Предложный падеж. Предложный падеж является шестым по счету, и такое название он получил из-за характерной особенности. Эта грамматическая форма всегда имеет предлог «о», «об», «в», «во», «на», «по», «при». Купаться в реке. Сообщить о письме. Сидеть на скамье. Спортплощадка при дворе. Гулять по дорогам. Ехать в машине. Проснуться на кровати. Нуждаться в заботе. Читать при свече. Беспокоиться о здоровье. Предупредить об опасности. Заботиться о дочери. Предложный падеж отвечает на вопросы о ком, о чем, в ком, в чем, на ком, на чем. Слова-помощники «думать» и «спросить». Мама. Думать о ком? О маме. Работа. Думать о чем? О работе. Билет. Спросить о чем? О билете. Брат. Спросить о ком? О брате. Окончание существительных предложного падежа единственного числа. Е. И. О доме. Об озере. О дедушке. О соли. О коллекции. О геометрии. Окончание существительных предложного падежа множественного числа. Ах. Ях. На поездах. При деньгах. В полях. О землях. Употребление предложного падежа. Как объект сообщения, темы, рассказа, размышления, заботы и прочее. Рассуждать о проблеме. Лекция о живописи. Забота о потомстве. Диссертация
об открытии. Кричать в темноте. Думать о будущем. Как обозначение места, где происходит действие или кто-то, что-то располагаться. Ехать в автобусе. Служить в авиации. Писать на столе. Жить на юге. Купаться в море. Школа при церкви. Как временное значение. Прийти на рассвете. Весна пришла в мае. Бродить в потемках. Уехать по осени. Как обозначение внешнего и внутреннего состояния на момент совершения действия. Читать в очках. Быть в одежде. Пребывать в шоке. Упасть в изнеможении. Лицо в морщинах. Руки в грязи. Как обозначение предмета, при помощи которого совершается действие. Потереть на терке. Играть на рояле. Уложить в блюдце. Спеть на сцене. Прилагательные предложного падежа отвечают на вопросы о каком, о какой, о каких. Окончание прилагательных единственного числа. Ой, ей, ом, ем. О морозной ночи. О весенней погоде. О новом доме. О синем шарике. Окончание прилагательных множественного числа. Их. Их. О серых буднях. О близких людях. О старых книгах.
о рабочих днях. О падежах все. Всем спасибо.